Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром прошу поставить лайк к этому видео и, если не сложно, подпишитесь на канал. Игоря Регнера, боровшегося с онкологией, не стало на 57-м году жизни. В реанимации умер 56-летний актер из Штрафбата Игорь Регнер. По данным интернет-источника, артист был госпитализирован с ушибом легких и множественными переломами ребер. Сам он пояснил, что упал в обморок. После госпитализации актера сообщалось, что он находится в критическом состоянии. При жизни Регнер болел онкологией. Он перенес операцию по удалению части кишки. Ранее супруга артиста рассказала, что он получил серьезные переломы после очередной лечебной процедуры. Как сообщалось ранее, актер был госпитализирован в реанимацию вечером 23 июля из своей квартиры с множественными переломами ребер, травмой груди и другими повреждениями. По имеющимся данным, травму артист получил еще 17 июля, однако отказывался от госпитализации. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Игорь Регнер – известный российский актер, сыгравший более 60 ролей в отечественных фильмах и сериалах. Среди них «Штрафбат», «Солдаты», «Час Волкова», «Досье детектива Дубровского» и множество других.